Телеканал КРТ представляє. Результати перемовин з Міжнародним валютним фондом про допомогу на боротьбу з коронавірусом будуть найближчими тижнями. Голова Нацбанку Яків Смолій розповів, що Україна веде переговори одразу за двома програмами підтримку. Офіційний Київ розраховує отримувати 5,5 мільярдів доларів кредиту на 3 роки в рамках програми розширеного фінансування. Також обговорюється можливість отримання від Міжнародного валютного фонду невідкладної фінансової допомоги для подолання епідемії коронавірусу. Нагадаю, на початку березня в МВФ заявили про готовність виділити 50 мільярдів доларів країнам із низькими доходами та недосконалими економіками саме на боротьбу з коронавірусом. І ми з вами от прекрасно усвідомлюємо, що ці от борги, які зараз накопичуються, далі накопичуються, хоч ніби будь-то і вже вся влада помінялася на хвилі антикредитування Міжнародного валютного фонду. І зараз ці всі борги будуть вже, напевно, не наші діти, а внуки сплачувати. На самом деле, давайте вот разберем ситуацию, что происходит. Вот ввели вот эти карантинные мероприятия, да? Ввели карантинные мероприятия, прежде всего, экономического характера. Что имеется в виду экономического характера? Это то, что закрыли действующие предприятия. Да? То есть предприятия, все магазины, все рестораны, все торговые центры, кинотеатры и так далее, и так далее, и так далее. Для чего это делалось? Ну, под лозунгом, чтобы спасти людей, да, спасти людей от возможных жертв от вот этого коронавируса. Хотя мы видим и по статистике, и по ситуации, и наша соседняя Белоруссия, ну, этих мероприятий не делает. Там дети ходят в школу. В Швеции аналогичная ситуация. И в Швеции, и в Белоруссии больше зафиксировано случаев коронавируса. Что мы добиваемся? Мы добились сегодня, что, сделав это мероприятие, сегодняшний прогноз дефицита бюджета, это уже подало правительство, 600 миллиардов дефицит. Я вам скажу, что заложен в бюджете был дефицит на этот год 90 миллиардов. То есть вот это действие дало минус 500 миллиардов бюджета. То есть практически у нас дефицит больше половины бюджета. К чему это приводит? Понятно, к падению ВВП и так далее, и так далее. По информации, которая сейчас вот витает в околопрезидентских кругах советчиков, так называемых, или советчиков, или врагов народа, да, они говорят, например, не будем финансировать дороги. 150 миллиардов гривен, вот мы оттуда заберем. Но не будем финансировать дороги. Значит, все люди, все заводы, все перевозчики, карьеры, все, что связано в этой отрасли, пойдут точно так же по домам, без денег, без ничего, и плюс мы уничтожаем инфраструктуру нашу дорожную. То есть, к чему я это веду? Вот власть, говоря о том, что мы хотим заботиться о людях, власть уничтожает людей. В мире есть две установленные статистические величины, которые оценивают качество жизни населения. Первое – это продолжительность жизни. Второе – это ВВП на душу населения. И эмпирическим путем во времени доказали, что чем выше ВВП на душу населения, тем больше продолжительность жизни. Поэтому больше всего долгожителей – Япония, больше всего долгожителей – там Швейцария, Норвегия. Те страны, где ВВП шкалит, да? Поэтому получается, в среднем в Европе продолжительность жизни 78 лет, да, средняя, у нас 72 года. Вот этими действиями, у нас ВВП 2600 долларов, если считать по цифрам до вот этого переписи населения, которая проводилась по гаджетам, да, непонятно. Они сказали, население меньше у нас, и поэтому сказали ВВП 400. Все равно мы находимся на 111 месте в мире. Все равно мы самое низкое, там, соперничаем с Молдавией. Уровень ВВП в Европе 111 в мире. Впереди нас половина африканских стран, которые вчера каннибализмом занимались. Мы, думая, боясь этого коронавируса, мы реально забираем года жизни у каждого из нас. Дякуем.